Более 3000 рублей потерял сыктывкарец из-за собственной рассеянности. В столице Коми расследуется очередное уголовное дело по факту хищения сбережений из банковского счета. В начале февраля в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что накануне потерял зарплатную пластиковую карту. Вскоре на телефон стали приходить сообщения о списании денег. Потерпевший обратился в кредитное учреждение и заблокировал счет. Оперативники установили месторасположение магазина, где проводилась последняя операция. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики быстро установили воришку и вскоре его задержали. Данная банковская карта была оснащена системой контактных платежей. То есть суммы до 1000 рублей можно оплачивать без ввода пароля. С помощью данной банковской карты мужчина стал совершать покупки в магазинах города Сыктывкара, которые не превышали 1000 рублей. То есть всего он осуществил 8 покупок. Приобретал в основном продукты питания, алкогольные напитки. По утверждению 52-летнего подозреваемого, на преступление он решился спонтанно. Обнаружив на улице потерянную карту, у него вскружило голову от внезапной удачи и большого желания выпить. Фигурант отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела близится к завершению и скоро будет направлено в суд. Если вину мужчины докажут, за мошенничество с использованием электронных средств платежа ему будет грозить до 6 лет лишения свободы.